Сегодня наши ученики школы лидеров решили поздравить наших горожан с 8 марта. Они превратились таинственным образом в супергероев и, подавая пример другим мужчинам, показывая, что какие подвиги нужно совершать для женщин, хотя бы 8 марта, они берут и носят их на руках через дорогу и просто помогают им галантно перейти.